Ну, сказал, что... нет, она пошутила. Ну уж нет. Я не могу ловлапнуть, потому что... Мне сказал один человек, который играет в покер, никогда не показывай свои карты, когда ты играешь за столом. Ну вот мне так сказали. Я прислушался к этому. Все. Я раньше на самом деле тоже все время показывал карты. Джамала, базар. Да, а потом меня как дело уже выводили просто. Я вот тебя послушал и 7-3 тогда не показал. Точно. Лешка тогда выросил. Это наверняка войдет в ту самую книгу, которую подарил Андрей Бабуришвили. Там 1200 было. Все бы пошло вообще по-другому. И на магнитиле смотрели. Хороший стак у Дреда, почти 150 тысяч. Да он успел. С прошлой раздачи. Юль, поменялась у нас раздача, а карты те же. Порядок. Колом играет кефир. Кол. 4000. Одномастного короля уважает Олеся, доставляет король 2. Но может здесь уже Максим поставит алын? Ты чувствуешь с этим? Если ну, честно, не очень нет. Как-то, да. Пора. Представь, каково с этим. Чаечек принесли тебе. Ух ты, спасибо большое. Я вот не рискую чаечек заказывать. Как будто ты тут надолго. Мне шутчик. Получается так. 24 тысячи. Мощный, мощный рейс. Всего 15 тысяч остается с Нейлкика за спиной. В неприятную ситуацию загоняет себе кефир. Вроде как рука хорошая, вроде недорого. Всего 10 блайндов стоит за спиной. Ну куда там лезть с Нейлкика по рейсу? Нет таких игроков. Ну, скорее пас. Куда деваться? Можно, конечно, да-да, нет-нет, поехали. Но все уже, докупки-то закрыты. Понял, пример пошел вверх. Ну, это скорее ад. Понял? Хороший пас. Это видишь, был позади. Фестиваль, он подарил деньги. Как и сегодня. Как и сегодня. Так и завтра. 24. Дорого. Это очень дорого. Нужно посмотреть, Олесе, сколько фишек остается у Снейлкика за спиной. Это не наша битва. Не очень много, забираю. Пас, пас. Хороший пас. Спасибо. Согласен. Хороший? Хороший. Очень хороший. Хороший. Нормально. Хороший А. Я уже было переживал, что будет кол. Дворная Пятигорск старая. Которая с Семеном Слепаковым. Выбор опытного командира. Хотя снова чат вопрос. Алексеем Ляпровым. С ним тоже. Ильей Романе, Романко, Романен. Ну и, конечно, зеленый чемоданчик. Понял. Нет. Зеленый чемоданчик? Да я выгораю, ну, да я хорошие ребята наверняка. Да я просто сказала. Кто это? Кто это? Вот расскажи. Это ты там играла? Не-не-не, просто команда. Зеленый чемодан ты имеешь? Зеленый чемодан, наверное. Или диван. Короче, не важно. Может, вообще я может, вообще не было такой команды. А ты вещи в чемодане или в диване привезла? И ты, кстати, в диване тоже храню. В диване есть место хранилища. Да, опять стали не очень хорошо раздавать игрокам, и приходится выбрасывать. Ну, может, на батане хоть что-нибудь. Ну ладно, на блайндах. Тут тем более опытные игроки вот собрались. Вот это другое, вот это нормально. Вот это Душнилова. А еще мне нравится. И Дред выиграл, я надеюсь. Да. Супер. Мне надо было напугать его 22 тысячами. Че успею? Да. Когда у него 3000 миллионов. Мне это не интересно. Вот так. Я легких путей не ищу. А потом будет 3-5, да? А, 2-2. 2-5. Ну да, хороший можно не дождаться, надо ловить момент. Я в полной 2-5. Ничего, подсоберемся ну еще. Ну все, приколы умерли. Приколы вообще. Куда же делать? Да ладно, нормально. Да я про команду КВН вот начал спрашивать. Хоть что-то. По полям. Что-то. Синий трактор едет. Я недавно узнал, что есть сайт искусственного интеллекта, который полностью пишет треки. Прям музыку поет под любой стиль, как у тебя надо. И вот там вот этот вот по полям переделали под прям жесткий хард-рок. И это очень прикольно слушается. Опа. Спасибо, брат. Не-не-не, все в порядке. Стало чуть легче. Кол 4000, уже поинтереснее раздавали. Хороший пас, кстати, от Антона, если он выбросил, по-моему, он сделал. Да,
конечно. Рассказывать про него ничего не буду, а то еще не дай помочь. Не надо. А, нет, это был голод Антона. Я YouTube повесил 18+, и убрал из Добро, добро, добро. На канале через поиск. На мужика вот прям вручную надо. А из-за контента, который там цитируется. Подожди. При этом я как бы вроде его обсуждаю с точки зрения, что это нормально. Но YouTube поймать. Ну, я обиделся, пока не делал. А, это нормально. Половину банка поставил кефир и выбил пройти на тот. Да, да. Классно. Слушай, ну, у меня же подобный контент. Я же смотрю реакции всякие там на беременных, блядь. Реакции хорошо собирает. Тип того. Классно. Хорошо собирает? Нормально. Так, две еще, да, успевай. Пойду, наверное. Не, реакции. Нашел. Успели. Не уходи. Да. Успели, проверим. Давайте сейчас быстро фолд. Я 4 ставлю? Да, да. Вы уверены? Точно я? Я пойду. Вы посмотрите на это. Хочешь подожди? Не шастур? Я? Ты уверен? Не дред? Да, понял. Если вы уверены, это единственная фишка, с которой со мной играет. Братан, она похожа на нее. Ну, сейчас-то будет хорошая карта, правда. Одна. Спрашиваю, сейчас будут ли еще сокомментаторы. Ну, сегодня уж не знаю, уже время позднее. Может, пошли куда-нибудь тусить? Мне интересно, чек будет. А завтра обязательно. Завтра у нас тоже весь день будет в эфирах. Досмотрим еще один полуфинал и начнутся столы фрибетов. Много игры будет завтра. Дред, подписка была оформлена 12 месяцев подряд. Второй раз уже намекаю Дред на это. Поиграй. Поиграй. Слушай, я чек, безусловно. Поиграй. Поиграй гармонию. Извините, я на самом деле действительно токсичный. Сюда. Да, смотри, два. Есть тройка для Димы Ковали. Чек. Скромно. Чик-чек сыграли на флопе, не стал Ковали троечку свою защищать. Потверну пятерка приходит. Ну и наказали. Наказали Диму за зачем пассивность. Для чего? Чтобы что? Что ты хочешь? Ух ты скинул. А у тебя есть что-то? Что-то есть. У меня тоже что-то есть, если говорить. Да, есть. Но у меня прям не очень. Не прям плохо. Но не кайф. Долго пытался объяснить, что вы не понимаете. Да нет, да я смогу говорить, да? Меня же за это не выгонят из казино. Не должны. Ну ладно. Не, ну просто люди на стриме видят эту тройку. Ой. Да ну и зачем, да? Это тройка. Не, я посижу игроков. Еще, там это. Вот-вот должно прийти. Не надо мне. Прочитал. Тем временем, ну, попал ты в тройку. Тем временем блайнды 5000. 10 крил у меня. Ну вот-вот. Нахуй, блядь. 5000. 5000. 10. 4. Даже не 5 блайндов. 5000? Я по идее должен пойти. Как промокод от онлайна. 5000. Для побед команде нужен игрок, который делает разницу. Переворачивает ход игры. Вносит решающий вклад в победу. Поэтому в спорте ставят на того, кто готов бросить вызов и превзойти ожидания. Винлайн всегда делает разницу в твоей игре. Для миллионов. Для тебя. Винлайн делает разницу. Горки остановят вас! Чат, напишите на у меня батарею. Столько блайндов. Вот так вот. На первом. На цокольном. Дама 8. На первой позиции нужно выбрасывать. Снейл кика 53 тысячи. Да, не густо по текущим меркам. Блайнды 2-5 тысяч. Первый полуфинал мы закончили на блайнах 10-20. Такой классный стол, что с ним прикольно. И не просто, ну не в покер, а просто прикольно посидеть. А даже без так и сделал. Не, прикольно. Особенно Дред заебал. Все пиздит и пиздит. Да, я знаю, я думаю, я сижу, думаю, надумываю. Пожалуйста, не думай. Блин, я тоже подумаю тогда. Все-таки я пас. Что? Никто никогда этого не видел, кроме вас. Пас. Десятки, вот же мало, будешь играть. Да никто не видел, кто-то видел. Я здесь. Я не видел. Я не видел, но мне что-то. Не, а ты... Слушай, у нас такие стеки, можно в открытую играть. А там есть? Не-не-не. Братья, мы не знаем.
Не стал шестун поддерживать большого блайна. Удивительно, на самом деле. Уже второй раз Тузана под выбрасывают. Это может надо весь эфир. Ну, конечно, как еще? С лупой. Что там, блядь, такое? Нет. Спрашивает часть, какая структура турнира? У тебя что, двух нет? 15 у меня. У меня две двух. 15 тысяч. Леонид, проанализируйте это, пожалуйста. 10-9 надо уже идти, мне кажется. Это вот лучшее, что может быть, наверное. Я играл в двух. Что ты со мной так вообще? Это не я. Вот тебе золото. Играются полуфинали. Полуфиналы, из каждого полуфинала по два человека проходят в финал. А оставшиеся 6 игроков проходят через сетку лузеров. Играют столы фрибетов. И оттуда уже пытаются пробиться сразу в финал лузеров, а оттуда в финал. Ну, такой очень долгий путь, который Вудуш любит проходить. Он за первым столом у нас бабл-боем вылетел, закончил должен. Третьим. Как раз пойдет. Да, мне кажется, мне пора бы кассетку сжимать. Алын ставит, Игорь Ибраилов. Никому ничего не должен. А ты не мог раньше сказать? Так, сейчас сверюсь. Все еще хуета. Я все надеюсь, что они, может, поменяются. Сдается, Олеся. Ну да, и там понятно. 5000 Джибраилова. Как будто бы не обманешь. Знаешь, какой у меня стек? 31 тысяча. Я в плюсе. Пошел. Я в плюсе. Не зря сидел. Все, кто меня верил, пристегнитесь. Мы взлетаем. Ну, наверняка многие зрители верят. Верили и будут верить в Игоря Джибраилова. У меня было. Но с этим уже можно посидеть еще и минут 40. Нет, ну что? Тут, а что было? Тут был какой-то. И, возможно, средненький балет был еще. Это уже история. Я понял. Уже вот эти в вот эфире это, посмотрим. Это подписывайтесь, мы нам телеграм. В эфире даже это вырежут. Ой, смотри, то, чем ты играешь, это мой стек. Это самое популярное слово «пас». А говорили «окей». Везде обман. Решил кефир рейзом сыграть. В большой блайнд снял кика. А блайнды-то тем временем. 5000. Я тоже пас. Проходит рейс 57 тысяч. Какая плотная катка у нас. Стаки близкие. Только впереди у нас Дред и Иванчик. Слушай, неплохо, мне кажется, все. Слух, у тебя 6, получается, ББ. 6 точка... Ну, такой. Ты знаешь, мне бы усемириться. Сколько раз? Усемириться. Отличный план. Ну что, вы все в All-in пошли, я выиграл. Блин, классная мечта. И велосипед. И велосипед, наверное, да. Еще конфет с кубка хочу вообще. В любой момент. Ой, дураки, конечно, вы вообще дураки. Я вообще на плаву. Как говно. Надо бы выбрасывать кефиру, думаю, чего. Блин, страдает с 5-4. Костя Пушкин хуже вылетел. Не-не, я вот чувствую сильно Костина сейчас. Ты начал? Костю сильно чувствую сейчас. Давайте поиграем. Кол. Кол. То же самое. Кол. Чек. Почему мы не рейзим туз-король? Ничего себе. Большой вопрос. В чем другом повезет? Ни в коем случае не давайте. Довольно сильная рука. Опять мы даем Джамалу купить даму. У меня вся одежда L. Чек. Он спасибо, уже мне так, жаль, так пан не забирал. Да, да. Сели бы не, все. У нас тут весело. Как маршрутки бы вот так играли. Друг за другом. И блин, в середине класс. Стол. Да. Ну, совсем мимо. А, ну есть перспективы какие-то, Олеся, но все-таки, да, выбрасывают. Ну, а, да, да, да. Ну, неприятная ситуация для Снэпкика. Загнал он себя в нее сам. Я прозвали, да? Просмотры падают. Давайте какой-то трешачок. Трешачок? Слушай, ну... Что там погрузили? Надо показывать. Блин, забанят. Платье, платье, туз король. Давайте курьезные истории рассказывать. Давай. Какие курьезные? Я приехал, короче, в Сочи поиграть в покер и не поиграл ни одной руки. Вот такая вот была. Слушай, на столе лузеров поиграешь. Я прям заколирую тебя. Спасибо, спасибо. Не-не-не, Игорь, мы сейчас выиграем с тобой вдвоем.
Давай объединимся, и у нас на двоих будет 45 тысяч. Складчина. Мы идем улым вот вместе. Это стек. Кто-то один остается. Мы сиамские близнецы. Знаешь, как в Comedy Battle говорили? А если вот ты проходишь, и ты, и вы потом вместе пишете. Один из Мурманска, второй из Абу-Даби. Ну, по скайпу. Олеся, ну расскажи какой-нибудь курьезный случай. Курьезный случай? Да. Ребята, 6 минут. Да, хорошо. Что это значит 6 минут? До повышения блайндов. Поторапливает, Игорь. Грехов? Понимаемо. Ну, Владимир сказал, что если мы захотим, то мы можем попросить его перерыв. То есть мы уже час после перерыва, да, сидим? Ну, это если мы лоси только. 25 минут. Перерыв. Давай как дети. Перерыв! Окей, похуй. Алымена. Вот у нас Алын. Алын с нам кик поставил. Алын. Чат, угадайте, кто пришел. Ванту, Ванту, Альбукерке на связи. Вот он, вот Альбу он тоже. Атака шла отсюда. Интересно, Раздач пришел, Алын поставил. С нам кик выдал даму. У Джамала. Это очень плохо. Пишут, похож на Бебора. Игорь, какой твой любимый каламбур? Мой голос? Мачаламбур. Еще раз всех приветствую, еще раз здрасте, 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 всем привет, 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 любовь, любовь, любовь. Авторство Андрей Бегурюшвили. Акваминерали? Акваминерали. Это не его, это Айсара. Серьезно? Да. Айсар. Мое почтение. Извини. Мое почтение. Объясните, пожалуйста. На, возьми, Олесь. Аква. Возьми, сделай мое почтение. Снимаете сейчас? Все время снимали, Олесь. Там никого нету. Идет съемка? Я могу встать. Мое почтение. Я могу встать посмотреть. Мое почтение. Объясните теперь, пожалуйста. Акваминерали, газировку такую, знаешь? Да, это автозабег маленьких ралли. Машина под водой. Под водой. Акваминерали. Нормально, это нормально. Это нормально. Точно цитата. Точнее, можно чем моя фамилия. Можно просто откажусь от стекла после вот Акваминерали. Она, кстати, сегодня тебя называла корректно. Ща-ща. Ондрей. Ондрей. Через О. Как NPC, да? Просто не попал в дверь. Мне, кстати, кажется, если сейчас даже мне два туза придет, я скину просто уже привыкший скидывать. Это выученная беспомощность. Да? Как у нас градус дискуссии изменился. Хотел. Да? Лучший Ильян получает туз даму и неплохо с ней. Но, вот посмотрите, у них есть туз даму. Сява? В лице кефира. Почему почему сява? Кефир в этот раз трезвый. Но там не было себе. Опа, нихуя себе. Молодец. Показал валета кефир. Прочувствовал снэмки. Молодец, молодец. Макс, молодец. Не зря. Респект. Это не первый раз слышу такой подковань. Ого, на удачу. Как бы это ни звучало сейчас. Подковань на удачу. Удивительно, что у нас до сих пор полный стол. Нет. Кто не хочет вылетать Шаструй? После закрытия. Да, да, все плотно сидят и купались немного раз. И... Ну, типа того. Вообще, я в ужасе. Я в удушься. Я в удушься нахожусь много... Жестко дальше пойду. Прямой кефир. Планка была просто задрана. Конечно. Джамал Золотник, да дорог. Вебу передали Леониду, что он отличный человек. Только что передал. Джамал, спасибо. Отличный зритель. Кто-то кричит «Брянск» в комментариях. 14, блядь, я со всего казино собрал, и они все у меня сейчас были. Утиль. Туз 5, маленький туз. Слабый туз, туз 2. Это моя болезнь, которую мы будем с вами лечить сейчас. И она полечится, поверьте мне, одним флопом лечатся эти тузы. Джамал на бубах. Неплохо. Я умный. Бежит. Что? Ой, только не говори. Отставить мне каламбуры. Только не говори, вот что теперь мы опоздали. Джабра и One Love. Я уже думал, мы сейчас идет, после король 10. У Игоря сбрасывай улыбку. Я не поняла. Это та стадия, блин. 26. Ой, простите, уже... Встань от меня! Пожалуйста, мне! 2005, я... Встань от меня, Олеся, ты меня выбиваешь всю дорогу, что тебе нужно? Кстати, это что, это картинка, блядь? Так тогда не калируй. Она сказала, что... Олеся... Олеся сейчас всадит все, что у нее есть. Ну, меня просто попросили. Так,
конечно, Игорь рассчитывал такие руки выбивать. Что же вы творите? Блин, Игорь, я не знаю. Олеся, Олеся доедет? Не, не, если у тебя хорошая карта, надо играть. Ну, у меня хуй понял. Я уже голый, я не знаю, что делать. Нет, это в порядке. Ну, как бы, это... не как бы... Я съем свою ногу. Можно? Я не хочу, стоп-кадр с моим лицом, не хуй пойми, когда. Давайте две черви сразу на флот. Что мы видим? Встань. Две, две девушки успокоятся, две. Одна. Итак, не пробить, значит, какие собаки, пока Олеся выигрывает абсолютно точно эту раздачу. Опа! А вот очень я же ничего не решаю. Домой, домой, Игорек, иди сюда, иди ко мне, иди обниму. Да, Поздравляю, поздравляю, Игорь, молодец, молодец, Игорь. Я только рада. На скеле, на маленьком блайнде. Кстати, уже нормальный, хороший, небольшой, ну, такой. Это что было за ералаша, если кому-то? Извините, я болею. Блин, как быстро актуальность ушла. Чат, если вы знаете, с кого я болею, угадайте. Я вроде не показывал никак. За горшка. Нет. Сука, да, получается. Этот, батя Симба. Муфасу. Привет, третья гимназия, привет. Волгоград, третья гимназия. Вообще, респект. Обнимаю каждого в щеку целую. Я там учился, всех вас люблю. Так, ну это уже... Ой, Игорёк, ты заставил меня вспотеть все мои подмышки, а у меня их четыре. Дама пять, естественно, от шоу идет в усиль. Король валет, так что стуна. Не хотел расправить. Дама семь от... Ты заколил, да? У тебя карта какая-то там имеется. Олеся идет тоже в утиль, как я понимаю. Да, так и есть. 8-4, ну, это тоже шельпотреб. Но. Да его, давай. Что? Это что там такое, блядь? Олл-ин. Что-то, я имею в виду, по цифре поставил. Нет, я не понял, что вопрос. Подождите. Там больше. Олл-ин, кефир, тут 10. Там у тебя уже вообще как-то не слышал. И господин Антоша остался с ним. Это мою. Честно говоря, 50 на 50, да. Пока еще 46-54, но мы все понимаем, что это... Это близко, это очень близко. Очень близко, да. Волновался. Упадет, Антоша. Честно, я не знаю. Леонид, наверное, похвалит. Да я думаю, что это хороший пас. Если я пойду в Ужинске. Ты приятнее хвалишь, чем я. Чуть меньше. Молодец, сука, надо, блядь, давай. Я плохо хвалю. Так испугалась, что заколила меня. Я только не знала, что нельзя. Нет, я не хотела просить против тебя. Молчу, молчу, молчу. Сколько там у меня? 6000 надо поставить. Имеем, располагаем. Три. Пожалуйста. Быстро блендер. Ты шесть. Повезло. Добрый день. Все имеет. Здесь у нас, наверное, тебе играет. Классно. Немножко мужчина. Могу позволить себе. 6, значит, 6. Не 15, вы уверены? Есть 15. А вы меня попозориться привезли, правильно? Тикан на наших экранах. Все еще третий стек у Иванченко. Чип-лидер Дред. Никого не пускает на первую позицию. И кефир сейчас. Вторую строчку снимает. My Sugar Daddy, как мы называем его за кулисами. My Sugar Daddy. Я, кстати, в перерыве зашел в соцсети. Да. И у меня там в чате люди общаются. Голос этой. Я думал, что у меня все плохо. Но там типа все видели. Они видели все твои руки. Здравствуйте, уважаемые подписчики чата Игоря Джибра Игры. Пол. Олл-ин! Господи, вот это напряжение! 15. Я протяжу. Слава уме, отвага. Да, все равно выиграет. Там уже мало осталось, посчитал. Но король это не лучшая рука для этого мула. Прикинь, это игра такая была. Согласен. Да, скисли наш кефир. Хорошие карты. Макс, это тебе не фифу лупить. Ну да, мне немножко подумать. Почему так больно сильно, Макс? Можно я не буду? Пожалуйста, конечно. Король 3. Хорош. Что нахуй его, блядь? Можно карету поймать? Ой, ебать! Ебать нахуй, конечно! Да, живые! Ты все правильно делаешь. Это все так. Я просто... Пожалуйста, сразу 10-10. Все нормально. Я не верю ни одного короля в этой раздаче. О, опа! Что-то намечается! Да, все короли остались. Намечается. Хандовая доска. Я жду. Нет, нет, невозможно. Но это медиа плохо. Там еще есть одна карта. Король. Это еще есть. Если там король. Нет, ну, конечно, стер, конечно. Я бы вам сказал. Ну что ж, это было... Не забывай! Спасибо.
Спасибо большое. Спасибо большое. Не буду, не буду корить. Скажу честно, было. Было отвратительно. Да ничего, нет, просто меня сглазило цепь, когда я сюда заходил. Дим, увидимся завтра с тобой. Это за столом лузеров. Разум я захожу сюда и. Жеребьевка будет уже завтра. Меня еще насрет вообще, чтобы полностью вычеркнуть. Скажи, в каком ты номере. Олеся меня удивляет. Олеся, если ты меня слышишь сейчас, ты посмотришь это все в трансляции. Большой респект. Большой респект. Олеся, ты не говоришь. За первый раз ты так сильно выбиваешь. На любом рейтинге, нахуй, не на том, на котором я играю. На любом, блин, рейтинге, нахуй. Ты же отрекал только от Алёнова. Дислексия. Ебать, в чате спрашивают, сколько я потратил на рибай, я бы 5 рибай. Соберись. Ты еще можешь будете знать 5. Хуйня, ебаная. Так я и живу. Дам валетку Иванченко Олеся. Ты сложно ребус задал мне, чтобы сказать всю сумму. Говоришь, 5 рибаев. 5 рибаев. Боин там чуть больше 40, считайте. Я не собираюсь нашему чату давать простые задачи. Три троечки. Что? Что? А с чем ты? Это туз валет от туз... Короли! 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 Ёбаное ограничение не дает мне выкладывать ёбаные видео. Когда-нибудь ты угадаешь. Когда-нибудь угадаю. Я думаю, что у кефира 3-3 угадал. У меня ограничение на кефире. И она ушла. Куда уже? Она уже пришла. А вот сейчас Олесе надо взять себя в руки. Хуйня в видео, которых у меня надо выкладывать. Взять себя в руки. Что я под вас не говори. Реплей делал. Я болею за тебя. Дуры, дамы, дамы. Просто нет. Тем более Антон-то вообще... Он не делает, играет аккуратно. Абсолютно. Что говорят звезды, Олесь? Да. Звезды говорят отлично убегать. Да, это как называется? Да, хороший пас. Хороший пас. О, найс. Не дают реализовать пас. Для ценителей. Андрей Бебру, скажи, сколько денег? У нас есть 100 миллиардов, не можешь посчитать. Я около 9 миллиардов потратил, я не помню точно. 9 миллиардов рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Народ, ну чат, ну слушай, посчитайте. Один боин 44 или 46 тысяч рублей. Это что такое? Заклинаний, видите? Смотрите, столько заклинаний могу реализовать, нахуй. Это просто пизда. Сколько заклинаний могу реализовать? Что это такое? Буду сейчас я в этом... Мне налоговая смотрит. Поэтому это все было за счет Винлайна. Спасибо, Винлайн. Это все не я. В скобочках плюс ноль. Жалет 8. О, Джамала. Ты аккуратно играешь, Джамал? Очень. Ждет хорошую руку, но она все не приходит и не приходит. Очень хочется с него болеть и как-то, собственно, выставился. Но пока просто не приходит. По Джеки Чане тут стус 4, молодец, скидывает, ничего себе, дисциплинированный. Игорёша. У меня бывают восьмерки, такие игры, да. Восьмёрки, реролов, нихуя нету. Какая-то, какой-то неплохой ручник. И еще говорит на любом рейтинге меня сейчас на 4 кабрит, нахуй же будут убеждать. Вот, ну точно не выбросит, может даже вообще лын рассмотрит. Это твой рейтинг, всё. Не, лын точно не будет, потому что поставишь там 30-ку. Ты этого нахуй не поднимешь. 6 на... 20 тысяч. Я сейчас что-то могу дезморалить, сейчас меня дезморалит, потому что я сейчас... Для меня сайзинг 3, типа, 6-3, 18, да, 20, да. Да, я приписал. Ну, чё мелочиться там? Где 18, там 20? 6-3, 18, ну да, 20. Удачи в сражении! Да, я приписал. Чё мелочиться там? Где 18, 20? Ёбаные твари не дают мне сосредоточиться на игре, нахуй, анализировать, нахуй, и так далее. Отвечает. Они меня просто... Сейчас на рафан ебалочек ломают игры на 4. И получает ли она её? Она получает. Ну, чем две пики? Да, да? Это дама получает. Просто, что, да. Палец Олесь? Как называется, смотрите, что это получилось? Вот это все телсы, что есть. Будет только это как бы вытягивание лица. Паровые твари нахуй. Небольшое вот это приветствие команды. Верю на слово. Подсчет окончен. Которая... Один. Бухгалтер, я хоть куда. Восьмерка, но один аут у кефира. Секретарь сзади там. Отлично. Теперь можно призывать существ помощнее. Молодец, хорошо. Неплохая ставка. Да, посчитала 30. Олын, он может напугать ее олыном. Он напугал ее олыном. Там уже олын полетел? Да, да. А Олесь-то не выбросит? Да, Олеся, она может. Она может испугаться двух дам. Не верю.
Да, проверяем. Пытаются брять нахуй и... Я очень хочу гордиться тобой, Лизенька. За счет меня... Ну-ка, покажи, покажи, покажи. За счет остальных челов, которые, блядь, нахуй ничего не могут поделать. Держится кефир, понимаешь, что есть шанс получить пас. Но нет, это... Две пары, господь, что, давай. Что я могу, например, поделать с тем, если она я родился нахуй? Где-то в руке. Новый только на... Олеся боится там, больших ставок. Да, да, это есть, точно. Сейчас у нее есть, у нее большие ставки фобия. Говоря, если, блядь, он... Поэтому я надеюсь, что сейчас он соберется и... Тут, блядь, нахуй войти, блядь, нахуй. Да, чтобы там... Я извиняюсь, обладаю. Могут все вдорандомить шансы. Олеся, пожалуйста, молю вас. Нагитайте, молю вас. Весь чат, весь чат трещит, и я трещу. И Леонид, мы все на... Ну, не скид, это большая ставка, безусловно. Тебя берут на пол... А, кстати, я тоже в нее так врал, поэтому... Можно поболеть немножко из-за кефира. Она боится, она боится. Вообще сильно. Может, не увидела вторую пару? Страшно, страшно. Можно еще раз карту пересмотреть? Вдруг забыл. Она скинет, я даю на это. Лайки нахуй. Может, это существо решит исход сражения. Но не хотелось бы. Я рад, если я их проиграю. Пожалуйста, не делай так. Услышь меня, звезды. Да какого черта? Ты шутишь, что ли? И вот сейчас, смотрите, взрыв. Ёбаный в рот. Блять, 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 блять. Олеся, забыли, 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 забыли. Олеся, приди в себя. Все хорошо. Непонятно, как вообще дальше. Все хорошо. Еще две карты могло выйти в легкую. Поэтому как бы не факт вообще, что все можно победить. Третья восьмерка и все, и конец игры. Я дам его? Мне его дам это. Видите пятерку мою. Ну, это ты тут ты записала рилс только что. Все хорошо, все хорошо. Чат уже. Я не могу ПКМ назвать, нахуй. Смотрите, с такой задержкой у меня ПКМ активируется. Блять, какой же, блять. Вот как я на это поле, нахуй. Соня, пожалуйста, прокомментируйте, это хороший пас или не хороший? Отличный, лучший пас, Олеся, я тебя хвалю. Мы уже сделали из крепкого мякиша твою один в один фигуру и единую. Я говорил, они мне нахуй ломают. Винду нахуй. Причем? Вы уже так делаете? Не, я угораю. Я неоднократно за 4 года нахуй, блять, мне не... Олеся, надо пожить, пожить, поживи, пропусти, а то раздачу просто не играю, в чем и увеличить его тильт. Где-то рандомно, нахуй, блядь, где-то, блядь, что-то уже где-то. 45. Да точно, что могло доехать, это флешное. Да, я думала, что это... У меня новая рыжня. Выбирай. Нахуй, блядь, не отвергаю. Просто нет, больше я никого куда не буду. Дорого. Антон не против? Плюс не минус. Мне кажется, я ошибаюсь. Так. Ебаные твари. Правильно, Джамал. Респект, на самом деле, нет, кефир в этом плане. Честно, молодец. С восьмёрками так. Да потому что уже сколько? Час ночи? Какое вот там? Как будто на кухню зашел раз. Бля, господа, какого хуя? Так, а кому что? А, вот. Какая ему даст хуйня? Дэм опять уходит в утиль. Пятёрки. Истек хорошего дреда. 142 тысячи, можно в рогичане, да? Посмотреть наверх, да? Посмотреть на сайте, где сделать ребят. И ВБ. Слабым человеком. Пока 12 тысяч. 12, 2 ПП сделал. Нахуй издевается, блядь. Ну, понимаешь, что стеки уже маленькие у всех. Да, да, брать ничего не будет. Король 8 идет в утиль, король 9 идет в утиль, 6-3, естественно, тоже. Просто на человека, вот который, блядь, нахуй... Мы не знаем, что еще... Туз король! Ой, какое попадание! Тараканы бегают, Макса хорошие. Ну, он всегда колом заходит с такими картами, хотя... Можно было... Не знаю. А можно было зауниться, просто... Я, блядь, перед тем, как нахуй... 4006, у него... Да, конечно, у него меньше 10 файтов. Я в квартире думаю, нахуй, будем убивать его. Таким человеком... Он просто отвечает. Да, герой. Дали еще одну карту. Сейчас он Рейдик упадет. Конечно, Рейс. Сейчас он Рейдик упадет. У него 7
все это уже подумали. Леонид, ну там вообще как? Мы отлично. Он сидит вот в такой комнате, еще можешь. У нас отличная комната, вы не понимаете. Знаете, что у нас дворец? Это люкс. Мы сидим на шести женщинах. Это же решение для Дреда сейчас. Что бы значил этот 3-бет, почему с ним пик не заслушал, не поставил все фишки. Примерно вот на этом промежутке времени. Ну, прибавилось уже человек 4, 5, 4. Интересно, что Андрюша примет. Ну, может быть, он прикинет, что это Алын, как будто бы, и тогда он не может выбросить. Не захочет, правда. Вот это уже. Там уже у Андрюхи было не так. Один Алын с любым. Да пока нормально все, у него 130 тысяч еще. Да, но мне кажется, он сейчас фолданет. Фолданет, фолданет. Ну, Олеся, ты прочитал? Может, и здесь тоже. Я, знаешь, вижу. Ну, классно. Просто классно, я сейчас проигрываю. По математике даже. И по этой губе нижней. Мгновение. Вот сейчас мой вонючий. Возможно, ответит. Кому надо дышать огнем по такой жаре? Сколько фишек. Ну, там. Меньше 10 блайндов. Это недорого. И. Я не могу играть нахуй. Просто меня ломают игры нахуй. Спрашивают, что в Сочи. Да, я прилетел. Ломали сейчас систему нахуй, блядь. Просто могут системы мои делать, что хотят, блядь. Делай, делай. Сидел до 4-8.